Привет-приветики, моя мини-рубрика пробная, да, по поводу рецептов с интернета, как я говорила ранее. Короче, вчера ночью не могла уснуть, в инстаграме увидела, как в хлебе жарят яйца. Ну, у меня будет немножко, наверное, свое исполнение, поэтому посмотрим вообще, что получится. То есть, что нам надо? Получается, хлеб лучше тостовый, как было в видеоролике, вырезается серединка, колбаска, перчик я взяла, моя любимая турецкая приправа к яйцам, вообще просто отлично. Два яйца, кетчуп я еще взяла, там видео того не было. И сыр получается, ну плюс маслица. Так, я уже поставила сковороду разогреваться, посмотрим, что у нас вообще с этого всего получится. Даже самой интересно. Сильно перегревать не буду. Итак, первым делом, что нам нужно сделать, это вот так вот на сковороду положить хлебушек, чтобы он немножко поджарился, я так понимаю, прихватился, да, чтобы яйца, когда будут вбиты туда, не растеклись. Не знаю, там в видео так, конечно, все это красиво, но меня терзает смутное сомнение, что яйца могут просто вытечь, да, растечься. Поэтому попробуем его вот так вот поджарить, чтобы он трошки прилип. Посмотрим, что будет дальше. Могу сказать. Короче, с первого яичка все повыливалось. Перемешиваю. Ну, со второго вроде бы как-то еще куда ни шло, но тоже вон через край, короче, прет. Так что не все, что, видимо, в видеороликах, не все так, как хотелось бы. Так, пробую я тут по-быстрому все добавлять. Так, опа. Все добавлять. Посмотрим, что у нас с этого вообще получится ли. Так, я, наверное, отключаюсь, потому что мне нужно две руки делать это быстро. Я всего понадобавляла, короче, вот как видите, повылазила за борт. И теперь нужно накрыть. Наверное, сначала накрою чуть крышечкой, подержи, потом накрою сверху этими кусочками хлеба. Потом нужно будет перевернуть, и сверху я хочу еще потереть сыр. Все-таки я решила накрыть кусочками хлеба, чтобы он, так сказать, прилип, да, к этому всему делу. Типа вот так вот вмять. Так, первый готов. И тут у нас тоже через край. Пошло все через край. Так, и это я, наверное, сейчас соберу, чтобы осталось чистенько, чтобы можно было красиво перевернуть. Так, как-то так. Так, это убираю и пробуем потом переворачивать красиво. Посмотрим, что получится. Ставила на более маленький огонь. Будем надеяться, что оно там вообще не сгорело. О, выглядит красиво. Так, давайте второй. Не очень удобно мне помощника. Опа, видеосъемка. Ну, выглядит красиво. Так, и сюда сверху сейчас я натру еще, так, сырка. Немножко сыра. Сейчас красивенько повыкладываем. Вот так вот по максимуму, как у меня получится. Все я это сделаю аккуратно, постараюсь сверху. Так, сыра не хватило. Сейчас немножечко дотру. Я что-то сейчас почувствовала запах паленого, поэтому я отключила уже сковороду. Она и так, в принципе, довольно горячая, поэтому сейчас мы просто закроем крышечкой и оставим доходить, да, если можно так сказать. Так, ну, как-то так вот это мы все распределим. Так, ну все, крышкой закрываю и делаю уборку тут на столе, потому что немножечко насвинячила этим всем, спешила. И посмотрим потом, что получится, уже итог. Там у нас в сковороде сделаю чай, вот про что я говорила, вот с такой вот мятой. Прям вот на даче было, нарвали, я засушила и пью чай. Очень-очень вкусно. Я и Ярославу по чуть-чуть кладу, и себе побольше, Ярику поменьше. Вот так это все дело выглядит. Ну, на балконе у меня растет мята. Посмотрим, что с этого получится. Мелисса там растет. Ну, очень вкусно. Сейчас без этой мяты я прям пить не могу уже чай. Настолько привыкла. Открываем
смотрим. Надеюсь, что я особо не передержала. Прям сухарики какие-то. Ау, опеклась. Получились. Так, ну, будем пробовать сейчас кушать. Очень интересно даже мне, что с этого получилось. Слав снял уже пробу. Сейчас еще раз попробует. Ну что, как? Вкусно. Или жуется, или что? Ну как, ну скажи нормально. Вкусно, понравилось тебе? Да. Ну хорошо, так, чаек тоже готов. Ну, сейчас буду пробовать я. Пушка, что был. Да, действительно вкусно. Единственное, что я немножечко передержала. И слишком много масла, в принципе. Вот сейчас я укусила, понимаю, что слишком такое жирноватое. Вот, так что, ребята, тоже на быструю руку вообще просто классно. Ну, Ярослав уже скоро все скушает, а я тут балуюсь с видео.